Данные земельные участки принадлежат физическим лицам на праве собственности. Еще в 2000-х годах были выданы госакты на данные земельные участки. Территория парка начинается у нас после дороги. Кроме того, департаментом архитектуры были выданы строительные паспорта на строительство частных жилых домов. Там два сблокированных и один отдельный дом. Вот. Заказчикам были поданы уведомления о начале строительных работ согласно действующему законодательству, а именно постановление Кабинета министров 466. Данное уведомление регистрируется в автоматическом режиме, и на следующий день можно уже приступать к началу строительства. После чего управление в течение 3 месяца должно провести достоверность данных, указанных в уведомлении. Нами были проведены эти проверки, было установлено, что да, действительно есть государственные акты на данные земельные участки, и управлением архитектуры были выданы строительные паспорта. То есть на сегодняшний день де-юре строительство осуществляется в рамках действующего законодательства Украины.